Корзина добра – именно так называется благотворительная акция, которую проводят предприниматель Илья Зверьков. Принять в ней участие и помочь в сборе продуктов могут все неравнодушные горожане. Наша задача – эту акцию организовать, упорядочить, вывести определенные даты, дни для выдачи этих продуктов. Акция, в принципе, предназначена для именно пенсионеров, малоимущих, ну и вообще, грубо говоря, социально необеспеченных семей с целью поддержать, опять же, кто чем может. Это с миру по нитке. В корзину добра можно положить крупу, растительное масло, макаронные изделия, чай, кофе. В дальнейшем Илья планирует наполнять корзину не только продуктами, но и канцтоварами, средствами личной гигиены и другими необходимыми для жизни вещами. Хотелось бы, опять же, обратиться к саровским, также предпринимателям, чтобы они подключились, те, у кого есть розничная сеть, чтобы расширить формат акции до уровня полки добра. Также, чтобы были точки выдачи, чтобы пенсионеры приходили и уже конкретно знали, куда прийти. Идею Ильи Зверькова уже поддержали участники волонтерской группы «Движение навстречу». Акция «Корзина добра» стартует 6 июня по адресу улица Шверника, дом 30. Более подробную информацию можно получить по телефону 8-910-877-36-54. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.